2 февраля вся страна отметила 75-летие знаменательной победы в одном из важнейших и переломных сражений всей Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы. Войскам нацистской Германии была поставлена задача во что бы то ни стало взять город. К берегам Волги были переброшены лучшие силы, но сломить героическое сопротивление советских войск им не удалось. Более того, Германия и ее союзники понесли колоссальные потери, оправиться от которых до конца войны так и не смогли. В ряды участников Сталинградской битвы вошли и молодые бойцы, в том числе и из Казани. Большая часть из них были учащимися Казанского университета. Нам удалось связаться с доцентом отечественной истории Казанского университета и выяснить, где можно найти самую интересную информацию о тех студентах, что ушли на фронт. Есть книга у нас, книга памяти, первый том. И там есть очерки участников Сталинградской битвы. Я сейчас на память сразу вам не могу сказать. Там 289 фамилий и сколько сталинградцев. Ну, сталинградцев, наверное, человек 40 там было. Участвовали в Сталинграде. И многие из них получили увечья. Стоит отметить, что Казанский университет не скрывался в тени даже в военные годы. На месте, где сейчас работает музей истории, располагалось военное общежитие. А в здании нынешней высшей школы журналистики работал военный госпиталь. По сегодняшний день Казанский университет помнит своих бойцов и чтит светлую память ушедших на фронт. Адель Шамилова, Универньюз.